Как известно, куча стран в мире поставляют Украине вооружение для борьбы за независимость Европы. А украинцы своими силами сейчас денацифицируют и параллельно демилитаризируют признанную в ЕС и НАТО страну спонсора терроризма и страну террориста. 50 с лишним стран поставляет Украине оружие. И одной из таких стран является Германия. И, как теперь стало известно, в этом году Бундесправительство утвердило экспорт оружия общей стоимостью 8 миллиардов 350 миллионов евро, о чем сообщил Шпигель. К слову, в текущем году Украина получила более четверти поставленной на экспорт военной техники и вооружения из Германии на 2 миллиарда 240 миллионов. Общий показатель в прошлом году достиг 9 миллиардов 350 миллионов евро. Но не об этом сегодня, а о том, что уже вошло в помощь Украине от Германии в 2022. Снабжение для нужд ВСУ включило в себя много тяжелого вооружения. Это 30 зенитных самоходных установок «Гепард», которые, как оказалось, очень эффективны против БПЛА, а в случае попадания в зону их действия за пару выстрелов могут сбить даже крылатую ракету. 14 САУ под поэтическим немецким названием «Панцергаубице 2000», 5 реактивных систем залпового огня «Марс-2» и современная система противовоздушной обороны «Ристе». Ну и всякие мостоукладчики, грузовики и так далее. И да, друзья, в списке, увы, нет не так давно анонсированных во время визита в США главой оборонного комитета Бундестага, господи прости, танков «Леопард-2». Если честно, то мы уже и не знаем, что еще нужно сделать, чтобы Германия или США передали нам эти 300 озвученных Залужным западных танков. Да, передают потихоньку модернизированные Т-72 из Чехии, но это реально мало. И мы, друзья, если честно, не знаем, что можно еще сказать по этому поводу. Гершольц, за гепарды, панцергаубицы и аристе, конечно, большое спасибо. Но доголосовываете в Бундестаге в следующем году и даете танки для скорейшего освобождения Украины и конца самой большой за последние 80 лет войны в Европе. Так чтоб колбаски у бюргера снова стали по 2,50. И, друзья, распространяем видео там, где только его можно распространить, лайкаем, подписываемся на все, что можно под роликом, и помогаем нашему каналу стать еще больше для охвата еще большей аудитории. Потому как шось не то происходит с алгоритмами и, соответственно, просмотрами, и помогаем нам достичь 150 тысяч подписчиков до конца года.